Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед от немецкой торговой марки «Бергамонт». Модель называется «Revox 3». С 2019 года они стали убирать дополнительные цифры 0 и 3, 0, 5, 0. Все перешло в просто «Revox 3». Данная модель имеет раму алюминиевую, размер колеса 27,5 дюймов, тормозную систему гидравлическую. Соотношение передач 3 на 8, спереди 3, сзади 8. При более детальном обозрении хочется сказать описание. Покрышка стоит здесь Smart Sam. Это качественный продукт от торговой марки Schwalbe. Имеет непрерывную центральную часть. Тем самым на асфальте будет удобно, комфортно кататься. А боковые шипы покрышки Smart Sam очень устойчиво будут держать велосипед при езде по пересеченной местности. Переднее колесо имеет втулку торговой марки Shimano. Это, опять же таки, качество и надежность. Сам тормозная система велосипеда Revox 3 также от торговой марки Shimano. Калипер 108, ротор с величиной 160 мм. Вилка здесь у велосипеда сантуровская, с ходом 100 мм и двойной регулировкой. Справа и слева регулируется жесткость вилки, предлоуд называется. Можно крутить механизм, тем самым увеличивать или уменьшать степень сжатости пружины. Она на 2 сантиметра может сжаться. Это необходимо при езде с большим весом велосипедиста. Рулевая здесь полуинтегрированная, подшипники спрятаны в обойму, тем самым это не посты насыпные, которые сверху ляпнули, а они спрятаны, усилены и тем самым выдерживают большую нагрузку. Руль гидроформированный, как мы видим, в центре такие толстые. Часть руля по краям расходится. 72 мм длина руля. Это длинный руль считается, удобный, комфортный. Такой руль держать легко и удобно. Спереди у нас на правой части тормозная ручка. Моноблок на 8 передач. Совмещена ручка тормоза и монетки в одно единое. С левой стороны у нас также моноблок на 3 передачи. Совмещен тормоз с монетками переключения. Монетка на 3 переключателя. Тем самым велосипед спереди 3, сзади 8. У велосипеда тормозная система идет Bowden и Shimano, а переключение передач идет от торговой марки Jaguar. Это хорошие качественные Bowden, которые делаются для всего, делает хороший производитель. У велосипеда шатуны от торговой марки Shimano также с звездочками 22, 32, 42 зуба. Большая звезда не имеет защитного щитка пластикового. Да, это естественно, потому что велосипеды крутые, не ставят этих пластиковых защит. На самом деле это качество производства. Сзади стоит переключатель Altus. Это хороший средненький уровень переключателя, подходит на 8-скоростную кассету. Сзади 8-скоростная кассета HG200. У велосипеда идет также сзади втулка Shimano, как мы видим. И спицы здесь идут из нержавеющей стали. Обод двойной, качественный, легкий, алюминиевый. Но сам по себе велосипед легкий из-за того, что все идет надежное. Ну, немцы делают как-никак. Здесь у велосипеда передняя и задняя камера под французский тонкий ниппель. Это выдерживает лучшее давление, но это все делается для качественной езды велосипедиста. У велосипеда также надо отметить пластиковые педали, стандарт, ничего лишнего. Ну, на первых порах кататься в таком велосипеде удобно. Ну и сидушка. В 2019 году торговая марка Bergamont сделала шикарные сидушки. Это уже качество и комфорт. Не рекомендую их менять, потому что на самом-то деле таких седел еще не было в производстве. Ну и, конечно, стоит отметить, что горный велосипед Revox 3 можно превратить в дорожный. Есть специальное отверстие на раме спереди и сзади. Тут место, куда можно крутить багажник. Тем самым, сделав велосипед из горного, поставить можно багажник и сделать здесь туристический. На таком велосипеде будет удобно кататься в дальние походы. Если вас заинтересовал велосипед Revox 3 от торговой марки Bergamont, звоните в наш киевский спортивный магазин Велавива, будем рады вас видеть. Если вас заинтересовал наш видеообзор, пишите нам отзывы, будем рады вас видеть в наших видеообзорах. Пишите, оставляйте отзывы.